Hoje que a gente não consegue nos reunir, isso não é uma sala. E eu tô com a culpa. O Beyoncé. Просто я хочу сказать вам, что, блядь, сложные сложности, они вообще у всех, вы не представляете, как мне тяжело. Моментами пиздец, как одиноко. Пиздец, как чувствую себя неуверенно. Это охуенное чувство, которое только делает нас сильнее. Как бы это тупо, блядь, не звучало и банально. Все говно нас делает сильнее. Понимаете, все говно нас делает сильнее. Поэтому в любом случае не отчаивайтесь. Да, есть люди, с которыми можно поговорить. Всегда. Хочу, чтобы вы любили себя, оценили себя. Один из нас, оцените, творите, творите ее, служите своим идеалом. Самый яркий способ. Ну и развивайтесь, включите того поебанного. Пожалуйста. Засоряйте свой мозг, вообще из интернета. Качайте свой мозг, душу и тело, и будете потом проблемы. Своей командой. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Я очень горжусь вами. Спасибо, что вы здесь. Я вас люблю. И мы тебя. Вам с искренне верю и очень сильно люблю. Мы тебя! 30 октября состоится фестиваль в Питере. Также всех ждем. Спасибо! Король! Заберет этот венок, тот счастливчик. Будет известно позже. Москва, спасибо!